Манишка, нагрудная вставка, деталь одежды, использовалась не только мужчинами, но и женщинами. К 1940-1950 годам манишки переживают новый рассвет. Женщины Советского Союза уже активно трудились на производстве, поэтому у представительниц трудовой интеллигенции появились деловые костюмы, а под ними почти ничего не было, кроме белья и полоски строченой или вышитой тонкой ткани на завязочках. В фондах музея-заповедника «Родина Ленина» хранится манишка, где передняя часть шита из крепдешина, а задняя из парашютной ткани. Экономно и красиво.